новый канал, друзья! Мы запускаем новый проект, который будет называться... Али Имхо. И заниматься мы будем распаковкой товаров для девочек. Другими словами, мы будем заказывать все возможные косметические ништяки, которые нам пригодятся в повседневной жизни. Сегодня передо мной многострадальная посылка, поскольку слишком долго она шла. Вот у меня здесь есть маленькая пометочка, можете видеть, шла на 70 дней, больше чем 2 месяца. Однако, что у нас здесь? У нас здесь находятся 2 крема. Пока я буду распаковывать, я вам про это поподробнее сейчас расскажу. Два крема, которые я заказывала еще на Рождество, но, к великому моему сожалению, вовремя ко мне они не дошли. Ну, можно понять, все-таки Рождество, Новый год, праздники. В общем, пришлось изрядно поволноваться. Что тут у нас сразу? Пара салфеток. Ну, не знаю, в сумку брошу, в дороге пригодятся. Смотрим, что у нас с кремами. Ну, как видите, вот эта упаковка совсем-совсем помята. Это чуть-чуть получше. Сразу скажу, что на подарок, наверное, это точно не пойдет. Но давайте откроем тот, который сильнее помят. Как видите, нету пластиковой оболочки. Сразу тут как-то вот все так. Что тут у нас? Инструкция. Ну, я предположу, что она на корейском, поскольку это корейский крем. К сожалению, нету ни слова по-английски. Хотя нет, вы знаете, вот одно слово есть. Бамбуковая соль. Это я заказывала корейский крем с бамбуковой солью. Заявлено было, что он анти-эйдж, то есть для омолаживания кожи, увлажняющий, против морщин и тот, который делает кожу упругой. Вот это то, что было заявлено. Говорю заранее, что я прошлась быстренько по комментариям, по отзывам и увидела, что у кого-то на этот крем аллергия, у кого-то, кому-то запах не понравился, кому-то свойства. В общем, ну, не сказала бы, что все очень довольны. Так, давайте откроем, понюхаем, посмотрим, что вообще. Ну, запах, вы знаете, скорее больше никакой, чем какой-то ярко выраженный. Я так понимаю, здесь нету отдушек, он скорее похож на какой-то медицинский запах. Я бы так выразилась. Давайте сейчас посмотрим по структуре. Он заявлен как дневной крем. В принципе, довольно легкий, такой, знаете, жиденькая такая текстура. Посмотрим, насколько он быстро впитается, поскольку он должен быть увлажняющим. Кожа должна сразу приобрести такой более увлажненный, сочный вид. Я сейчас намажу и вернусь к вам через 2 минуты. Я подождала несколько минут, а рука все еще осталась блестеть. То есть получается, что хоть он и дневной крем, да, но он не впитывается достаточно быстро, чтобы вы намазали лицо и могли уже пойти по своим делам или макияж накладывать. То есть оно вот так вот останется блестеть. Вот у меня вторая рука не намазана. Можно посмотреть разницу, если вы ее увидите. Здесь поблескивает, здесь нет, да. В целом, в принципе, не вижу особо разницы. Ну, скажем так, вот по моим личным ощущениям, я, наверное, не поняла этот крем, то есть это скорее нет, чем да. Ни по запаху, ни по каким-то супервлажняющим свойствам. Ну, упаковка, вот как она есть, так она и есть. Единственный, конечно, несомненный плюс, что когда я открыла, все содержимое было внутри. Знаете, бывает, открываешь, и все вот тут разболтано. Здесь вот крем находится, выпал из своей упаковки. Но нет, все в порядке. В этом плане никаких проблем нет. Но, не знаю, попользуюсь, может быть, упомяну в следующем видео, как там с ним дела обстоят. Наверное, скорее нет. Стоил он 5 евро 11 центов, шел довольно долго, остался блестеть у меня на руке, особо эффекта какого-то супер-мега я не заметила, и запах не очень. В общем, на подарок тоже не пойдет. Ну, такие вот у нас выводы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы продолжаем в следующем видео.